подвижный, да? Так, по Аль-Хиджаме это какая зона получается? По Аль-Хиджаме это идет седьмая последняя зона. Седьмая последняя, да? Вот коленки, ноги там на задней части, это идет у нас третья зона. Первая, вот эта зона, да? Вторая. Вот эта зона. Третья, задняя часть ног. Четвертая, передняя часть ног. А стопы в какую входят? Они все входят в этот. Если стопы непосредственно, тогда будет третья зона. А, четвертая. Ну да, четвертая зона. Нет, третья зона, да. Хотя, в принципе, смотря что, если ты с этой стороны будешь делать, вот, это будет третья зона, да, получается? Ну, с той стороны перевернешься, да, с наружной стороны, это будет четвертая зона. Понимаешь? Вот, то есть... как лежит человек, вот на этой плоскости ему и делаешь, если надо. Если необходимость там есть, делать, в принципе. Так, пятая зона это так. Руки получается, да? Так, седьмая зона, да, входит голова и руки. А, голова и руки, это седьмая. Седьмая зона, да. То есть, когда человек сначала ложится так, значит, когда голову сделаете, руки, значит, человек так, вот как бы это индийская часть, да? Вот, вставляете сюда, значит, на внутрь. Сначала делается. Внутренняя часть делается. Пару баночек поставить, так можно тут, вот так вот. Ну это который по 20 секунд, да? Нет. Здесь тоже нормально, никакой это нет. Яинская часть, потом вот так переворачиваете руку, получается, у вас яинская получилась часть. Здесь ставите банки. Ну, то есть по схеме берете, там есть, на рисунке есть. Понятно, сначала яинскую часть, потом яинскую. Вот. Но это как обычно. То есть там ничего особенного. Вот голова сейчас вы должны посмотреть, да? Значит, мед есть. Голову у меня сейчас размяли. Берем, значит, чуть-чуть как бы размазываем. Потом берем еще. Опять прикладываем. Опять тихонечко так раз. Подкручиваем. И чувствуем. Все заполнилось, когда. Никаких там не будет этих самых неожиданностей. Так, где у нас насос? То есть там до этого пальцами прощупываем, примерно такая плоская часть получается немножко. Где? Ну вот в этом месте, да? Да. Вот. Да, и вот как раз туда и ставим. Подтянули. Вот видите, как хорошо стоит у нас баночка. Вот, значит, вы поняли, да, как определяются вот эти затылочные бугры, да? Сосцевидные вот эти отростки, да, вот они вот есть. И вот как бы они как бы заканчиваются, когда заканчиваются, тут начинаются затылочные бугры. Вот они, да? Вот она закончилась, этот сосцевидный, вот пошло, вот, и пошло вот сюда, вот сюда можно спокойно ставить. Понятно? Да. Потрогай сюда. Там тоже как бы такая. Плоскость. Да, затылочные как бы бугры, именно. Затылочные бугры. Сосцевидный закончился, тут начались вот, бугры. Под косточками. Вот они, да, сюда вот на них ставь, вот они. Все, три точки, больше не три, да, и все, забыли остальные, забыли. Будут вам рисовать БЗО, потом вот это. Ни в коем случае. Все, вот можно, делайте. Можно я сейчас? Вот. Они там как будут, когда щупать, вот как бы плоскость такая вот получается. Да плоскость, вот этот, как... За ушами. Кости за ушами. Вот они заканчиваются. Они так и называются заушные кости. Да я название забывать. Ой, сосцевидные отростки. Сосцевидные отростки вот закончились. Вот, раз, и вдруг прошел прогал, пошел. Да, вот видите, вот он закончился, да, вот он. Раз. Опа, палец провалился у меня. Да, вот там сразу начинается. Вот сюда, да. И вверх мешает как бы уже. Вот он начался, вот она. Сосцевидный отросток, это косточка. Понятно? Мы ее обходим вот сюда, вот и получается. Вот он заканчивается. Опа, закончился, все, палец у меня провалился туда вниз. И пошел вверх вот. Вот да. Этот заточный бугор пошел. Перетянули, не надо перетягивать. Послабить чуть-чуть, да? А? Да. Ну, если сильно, можно снять и заново послабее поставить. Естественно. Конечно.
конечно, в том-то все дело. Почему мед на голову? Типа как мед, как клей работает, да? Не клей. Он не дает воздуху туда попадать. Если волосяная часть, будут, да. Потравливать, и будет воздух попадать туда. А мед он же заполнил. Так вот, если на, здесь бывает такое, печалька, волосы. А, если волосяная спина такая, да, бывает. Тогда можно и медом, да? Смело, смело. Человек не хочет стричься? Чтобы она бриться. Вакуум держала, да? Да, да. Пожалуйста, как везде медом, да? Как клей торчит. Да. Вот для чего мед используется. Да. Чтобы плотно держала, да, для этого? Да. Чтобы воздух не проходил. Вот так вот раз. И все. Так спокойненько. Тык-тык-тык. Смотрим. Все. Медик забрал у нас. Убираем. Пять. Два раза, да? Получается два раза. В жидком меде. Видите? Два раза, да? И у нас уже спокойненько держит. Радуемся, да, этому. Все, приложили, покрутили. Ну, такой средней густоты мед я смешал. Да, такой, да. Твердым вот я смешал хороший, с жидким. Да. Получилось такое, да, среднее. Вот. Берем так спокойненько и... Да, да, да. А вот. Попал. Ура! Под чутким руководством. Больненько? Давай чуть-чуть вот так вот. Раз. И хорош, да? Нежно. Надо подкачать. Надо подкачаться. Что, уже пошел? Банка стравливается. Да, значит, или медом. Банка такая. Или медом. Или медом. Или голова кривая. Короче, одно из трех. Или мед хреновый. Или день такой неудачный. Да, сейчас что тут будет. Опять что ли? Нет, не стравливает? Нет. Нормально. Так, ну ладно. Значит, на голове 5 минут, не больше не надо. Не надо больше. То есть, да, еще маленький нюанс на голове. Кожа намного жестче. И там как бы такое будет движение, как бы прорубающее все-таки. Вот это усю-сю там не пойдет уже. Все-таки надо чувствоваться, ты все-таки, да. Такой прям будет такой рвущий, понимаете? Ну, это прям почувствуете. Оно отличается от кожи. Прорезать надо ее. Да, прорубка идет такая. Жестче, кожа жестче. Имейте в виду. Угу. Ути-пути там не прокатывает. То есть на голове перед разрезами сколько держим? На голове минут 5-7, может 8, да. Ну, не надо долго. 15 минут не надо уже. И когда уже с надрезами банку ставим, тоже примерно, да? А там уже видно будет по наполнению. По наполнению, да? Какая кровь, да. Угу. Ну, сейчас подставим еще несколько банок так, для профилактики, да? Здесь-то? Да. Ну, да. Сейчас руками разомну, чтобы не корячиться. Тепло, когда пойдет, я сразу чувствую. Угу. Так, можно сказать. Обязательно себе голову делаем, обязательно делаем машину. Нет, это он просил. Нет, это просто он просил, да, на седьмой шее. Тут я сейчас показательный, как бы ему сделал бы так. Но вот он попросил тебя, ну. Попросил. Да. По просьбам труженика всего. Да. И сюда тоже самое, как бы такая. Я думаю, я шейку смогу разрезать. Шейку сможешь. Подрезать. Да. Да, сразу раз. А мы его ставили. Получается, в начале обучения мы его... Да? Вот у него еще синяки остались. А, вот следы остались еще, да. А, мучили уже, да? Да. Сухую хиджаму делали, значит, ему? Всем спасибо. Так, нам нужно что теперь? Расческу, да? Не расческу, а эту как... Ребенку. Вот теперь выходит на арену вилка. Должна быть такая достаточно жесткая, пластмассовая. А в принципе... У него нормально там. Ущенка у нее туда. У него не сильный, да? Да, тут не сильно у нее. Не будем резать? Нет, резать как же не будем. Хирург, будем резать? Будем. Все будем. Да. Вот, расчесываем вдоль тела. А вообще ничего даже не покраснело, да? Да, тут еще, в принципе. Тут все близко. Вот для чего, оказывается, вилка нужна. Головы. Причем не то, что там большая разница,
а какой-то даже звук прорезания другой совершенно. Понимаете? И вы чувствуете, не просто вы там режете, а как бы прорубаете, понимаешь? То есть этот момент. Да, и вот такой интересный момент. Но легонько не запугивайте. Да, 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 да. У вас хорошо это получается. Да. Как Бармалей. Садистские ваши эти методы. Запугивание. Злодей. Коварный злодей. Мы его не больно зарежем. Так, чуть-чуть. Что вы ищете? Садись. А потом головой в колодец. Так, сейчас спокойно, все, чтобы было на кухне. Так, значит, пошла массовка. Так, как мне будет удобнее с одной стороны, да? Ну, давай с этой начнем. Значит, вот, мы расчесывали для чего? Что для чего расчесывали? Ну, для того, ну, чтобы... Между... Чтобы красивый был. Нет. Да. Так, чтобы мы между вот этих вот так, сейчас. Прогалин, ага, как бы попасть, ну, лезвием. Так, не злодействуем, спокойненько. Это вот звук такой. Да, нет, это я то самое. Вы еще не, вы уже режете? Нет, чешу я его, как чешу. Режет, конечно. Чешу я его. Только готовочками, да? Пришла кошечка. Так, кто верхушку будет, да? Кто-то захочет ее резать, или никто не хочет уже? Доверяйте мне. Попробуем обязательно. А, это у вас же перчатки шуршат. Это не... Шуршат, ну, шуршавят. Шуршавят. О, не больненько, ничего? Текет. С этой, да, стороны. Не слишком много там, нет? Ничего? Уже потекло. Ну да, вот сейчас много, да. Да, ну, быстро набралось, давай. Да, быстро. Тогда мы сейчас обойдем сейчас и с той стороны, чтобы мне было... Вообще, какая разница уже, давай, ладно. Мне не суть уже. Как у него быстро набрались баночки. Я же говорю, тут долго не надо на голове держать. Не надо. То есть тут намного все проще. Так. Ну, наверное, перед этим надо было. Там не пыли, ничего не было. Я сегодня утомлюсь. Нет, я вообще имею в виду. Я прям сейчас... Ну да, голова должна быть вообще чистая. Запомните, мед самый лучший антисептик. Нет, волосы. Нет, волосы, да. А так, в принципе, мед... Это... Если время засекли, если длинный... Когда пиявки, например, поставил, опять же, да? То есть не надо ничего, таких дополнительных, по идее. Так только что, кровь течет, все. А так она уже все, сама обеззаразила все. Хиджаму делаем, перекись все раз, тоже все чистенько. Не больно, Руслан? Нет, отлично. Ну все отлично всегда. Он больно никогда не говорит, да? Да. Сильный человек по себе, сам по себе. Сильная личность. Например, в принципе, район, где Копчик, да? Потом почти заканчивается Крестец, так, да? А можно есть немножко? По краям. Вот эти фразы ваши. Сначала Копчик. Потом крестец. Так, да, крестик получается. Потом немножечко, да. Потом как бы по подвздошной немножечко, да, можно так пройтись, опуститься, да. Далее, где у нас тут уже подвздошка заканчивается, вот самый край, да, вот оно, вот, например, да. Вот, раз сюда можно поставить. Можете пальцем показать. Я потом, типа вот вертел есть, вертел, да, так вот как бы здесь, да, называют, да, его. Прямо на него можно поставить. Дальше, вот где вот ягодицы, прямо по центру, мы попадаем в сустав. Сверху можно поставить туда. Далее, а как от геморроя, да? Две баночки хотя бы можно вот так поставить, несколько сучек. Да? Сущность. Да. Это еще вот эта область только, да? И паравертебрально, где-то штуки, три ряда банок. По позвоночнику вот это. Можно прямо на позвоночник. И так уже. А можно прям паравертебрально оставить. По позвоночнику, да. То есть, например, у нас закончилась, например, бы здесь та песня, да, первая волна. Да? Ну, то есть первая. Мы бы как бы да, здесь, вот когда у нас. А мы бы еще сюда выстрелили бы. Раз, два, три.
Да? Вот сюда, вот закончился. То есть мы как раз продолжение вторая зона пошла. Понятно, да? Ну и потом получается вот сюда, раз, два, там, три, да, сюда, на вертел и по центру. Ну, насчет ягодиц тот говорил, да? Здесь определять таким образом. Вот, значит, вошли, вот, сустав. Сюда можно смело ставить банку. Здесь вертело нашли, вот оно вертело, да? На него можно смело ставить. Вот подвздошка, да, тут, грубо говоря. Вот даже не то, что вот она, ямочка тут начинается. Вот сюда можно поставить как раз переходы, да? То есть баночку сюда, сюда. Значит, начиная отсюда, значит, раз банки, да, сюда, здесь, спуститься сюда и здесь три. Ну, то есть, а, что там? Отспел 2 минуты? Нет, забыла. На куда спешишь?